покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Так, что давайте чекнем, это бахнем, сразу скажу, Марлин будет бахать всем прото, Ара будет бафать всем кулаки, легенда Вов, каски, тюменская кресты. Раздайте баф. Чем дальше идти трэш. Мартас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что... 300 баф еще дайте. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Еще танки, давайте, идите, агрите трэш. Еще не готово. Вернитесь, чтобы вас рассекающий не убил. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить. Идем по левой стороне. Отличные новости! Корхрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои! Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. До сих пор с тем челом хожу по шепрату. Улетай, Пал. Хороший ДПС. Кипка, ты тут? Да, сейчас зайду. Станку станешь? Эти кока. Ну,
господина проникли! Диален, это демон или он и так и демон? Что? Ну, спектнитис как демон. Пароль. Спектнитис. Так там же вроде этот в демоне. Ну? Летаем в демоне, хорошо. Этих лбафы по рейду. Тюменская зипер, кокосиный самогон. Кокосиный самогон тюменский. Self control, что тебе не хватает, Марат МК? Ща там поем. Все. Без нету там, ты на профи будешь в хиле. Все, давай, начинай. На пулы, на... Акму, давайте. Этот мир волной смерти и разрушения. Давайте, Геро. Протопал направо, побежишь. Баффа, кстати, на мне нет. Дайте просто. Гимн, но мне не надо еще. Спасибо. Давай гимн на хп. Давай, Диан. Полюси во фрейм. Пойду сбить сзади два. Да. Все, давайте побежали на трэш, я сейчас все разролю, кто сколько получает. Давайте на трэш, не надо босса смотреть. Кресните этого, да. Кто сколько получает рейд? Лол. Дайте кошману каску по 5 лап. Разрольте бесплатно. Парол. Кто? Забирай. 3, 2, 1 на дис. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось... Это что, новые диалоги какие-то? Улетай, Павел, улетай. Займай, улетай на трэш. Я трэш не держу помощь. Ясно. Давайте... Первый плюс будет получать, если нужен шмот. На это роль. Ну, это кольцо костяного колоса. Самогон. Наденешь второе кольцо.
Ты ещё давай этот совет за целую большую штуку. Так надо код. Ну, налей диспект, но все больше не дамажу. Не, надо код для дебаф. Вот на леди тоже дамажит. Блин, ну ладно, мне без разницы. Я когда я просто учусь за кота, я вон только 14к дал ДПС. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Или сколько? Что ты говоришь? Цели, по одной цели. Кот это окно, он не массовщик. Не, ну я на прошлом, когда ходил, на сурке дал, короче, 17 целей потом. Нормально. Резните павших, резните павших. Не идите дальше, не агрите. Нам это... Херня, это значит не агрить, а не кидать в него шок огненной. Какой-то шаман кольцо хочет. Беги, малышка, беги! Есть кого-то, кокосина, спекайся в ДЦ. Вижу ДЦ, Диана тут на этом боссе. ДЦ тут классный пацан. Кольцо, хладное око ребра, да еще раз спрашиваю. Басти, кинь трайт. Выролил кольцо, когда я на ролл кидаю. Так, что я не понял, где он. Так, а тут надо хуярить размахом трэш? Да. Дайте каску, Один. Еще смотри, как делаешь. Начинаешь все стабильно на леди, да, даешь дикий рывок, первый трэш не бьешь, начинаешь со второго. Я так делаю, всегда трэш, поток. Ну, кота, очень сильный размах идет. Бурстануть в леди, а потом побить трэш. Так. А все остальные бьют трэш сразу. Просто котам неудобнее бить сразу. Это я знаю по своему опыту. Какой сын свекнуть в ДЦ? Дайте каску Ваханту. На нем было. Че, ни одного ШП? Хорош. Все, давайте, погнали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Давайте в трэш все играем. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Право, трэш интенсивный. Диспельте проклятие. Справа там этот юг. Противиться моей воле. Законтрольте. И последователя в рейде. Бля. Самогон или нет? Конфьюзер, подымай легенду, Вов. Че ты копыта не отдал, брат? Легенда Вов мертв. Бабаш, батнич, каска, все, давайте в трэш. Контрольте, пожалуйста. Только не убейте.
стопнули по леди, стопнули по леди, все трэш, все в трэш играем. Трэш все. Проклятие здесь стол. О, бля, как танка-то убила, нох. Тролль не дали. Ясно, падаете. Вы чё, ребята, когда я сказал стопнуть, вы тупые, не можете стопнуть? Джерри, вот, давай ты не будешь ругаться. Когда ты сказал стопнуть, было 500 000. Было 735 тысяч, когда я сказал стопнуть. Блять, ты что собрал здесь? Людей 5 КГС, что ли, Джерем? Давай ты не будешь спорить, доты там добили. Давай я буду спорить, потому что я вижу, что висит на боссе Void, и когда милики бьют босса, окей? Закрой свой рот. Там доты добили, алло. 700 тысяч добили доты? Блять, тебе видео скинуть или чё? Там даже если бы твои милики отвернулись, которых, за которыми ты смотришь, они бы один хер добили. На 2 секунды, на 3 позже, но добили бы. Тут ты не прав, блядь. Дайте фулл баф. Все, начинайте. Стамина на 79 увеличена. У кого там не прокачанный пристабаф? Вышел трэш, давайте танки их соберут, давайте в трэш. Не половина что, ФК что ли? Справа трэш, справа трэш. Кстати, все в трэш. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, неверный слуга. Ты не в сил противиться моей воле. Стопайте ДД. 2,2 миллиона. Ушли все от босса. Третий трэш. Справа трэш добейте, помогите там РДДшка. Дайте контроль и переводите лень.
Хум Акма, вторые на Гелд. Ага. Эти трэш мимики справа. И смотрите, бьем леди. Кстати, контроль по зиперу по-тюменски. Классные контроли. Духи смотрим. Смотрим, трэш сейчас будет. Пусть сова меня поднимет, а я тебя. У него КД. Трэш сейчас будет слева, держите, обновите на леди дебаф от брони, бейте трэш. Законтрольте легенду Во, близни тотем. Контрольте это, не убейте. Хирс диспой. Трэш выйдет сейчас справа. Духи в центре, смотрите. Трэш выйдет справа, готовься. Акма, тебе набивал огромный босс? Тебя что-то, но все нормально. Смотрим трэш, играйте в трэш, который вышел справа. Смотрите духи, духи под босса. Акма за контролем, у меня 0 добра. Дайте по Мортрену, дайте контроль, стан ему какой-то ретрик дай. Ару, например. Да. Смотрим духи в центре, все, следующие духи будут слева, бейте босс. Скидывается агро, второго танка нет, добра. Уход, что там у мага, забыл, как кобилка называется. Алисандр, Алисандр, отойди далеко под босса и прожми инвиз, только далеко от босса, в зоне видимости, 30 метров. Через госса прожми скидывание, притворись мертвым через госса. Бейте трэш, который вышел слева. Ты не в силах, противец. Дайте за контроль. По Шинану дайте контроль, это Эли. Духи, смотрим центр. Через госса притворись мертвым, я ж тебе говорил это, сбейте каст. Убивайте леди, сбейте, но этот трэш тюменская поддержит, бейте все леди. Ты не в силах противиться моей воле. Дайте только контроль по законтрольной. Же ты шип бьешь размахом на ребре. Закатание. На все воля господина. Интересно. Ваша смерть не... Интересно, как мог агро набрал опять. ЛПХ набрал. 2 миллиона. Талант мой, посмотрю, у меня фрост весь на агро вкинут. На крит и на дамаг толпехи, поэтому я и набрал. Вот этот шлем на танк. Успех. Это на офшен? Да, ну оф, вроде шлемак. Кто-то паладин его не носит, но ладно. Да я там уже это все, передай, кто по агро были выше, они тупо сдохли. По большей если части. Если снайпу передай. Шлемак.
Эти что ли гимном? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще... Ростите плечо. Но это плечо все равно никому не надо. Погнали дальше. Сейчас я обратно в этого ШП. Пушку кто хочет, кроме танка, как его. Зипанк. О, баф раздать. Это магия, кстати, стол, пожалуйста. Вару, бафы, вару, коту, кто там еще умирал. Чуть не все исчезли на корабле. Все. Блин, какой ангел. Керанцы, чтобы летят. Так, все, я запускаю. Вэзипанк, вылези из пушки. Пола бафы раздайте. Ты же хил, зачем тебе в пушке сидеть? Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдешь... Кота, сержанты, бой! Как ты смеешь... Страшный нож. Джулиан, есть класс КНАП? Нет. Кто может класс КНАП поделиться, пожалуйста? Эти трэш на наш. Смотрим, там скоро мат через 12 секунд. Пушки.
эти пушки добивать. Дай мне, пожалуйста. Почему нету касок? Потраченный. Говорил бафать каски по рейду. Дайте рыбу. Касок нету. Раздаю. Держи самогон. Спасибо. А фласочку дашь? Было бы у меня фласка. Бля, дайте фласку. Ну, СПД фласку на мили фласку. У меня нет мили фласка. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шанса. У кого каски нет, плюс поставьте. Бля, у всех вроде есть. Если на СПД, то дай. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Никакой безопасности в Кронаре, но защита старейшина. Что, никакой СПД фласки нет? Что пройдущий... Чего вы такие чайки все, а? Дай. Ты лично тупо забыла фласку. Дай. Из кого-то фласку надо, да? Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно? Покажите, когда там будет. Мы через 2 секунды. Маски. Все, давайте, погнали. Решаем, да, Геру? Ромбик там. Бейте, давай войско добегам. Сука, меня выкинуло. Земля,
Ну, вызовите кто-нибудь еще бомжа и ДКшники. Убивно же. Сейчас страж будет лям. Так, тут наруч. Руки наруч. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Я, конечно, конкретно обрыгался. Рольте. Спула всю попутал. Рольте, кому надо... Тот. Да. Так, кто там? Северус Снэп, Конкьюсит, Самогон. Самогон. Кто там порт открывал за нас? Бейте, Валькир. Что это ДПС, слабый пипец? Я вылетел. Там демон умер, потому что. Ничего, что ты вылетел. Два тела сдохло, он вылетел. Минус три уже. Демон умер на полбоя, поэтому ТПС маленький. ДХЗ, по-моему, Джерри он поменьше показывает. Отходите, отходите. Там Валя, кажется, застряла. Потому что вы всегда на ступеньках стоите. Че вы гоните? Бастик, иди на ступ. Иди на эту забегай, Бастик. Забегай на. Ару теперь забегай. Забегай, давайте, забегайте. Че вы там стали? Ару, забеги на лестницу, на мост. Ты вообще агрил. Ара, где ты? На тебе агро, Ара, где ты? Аро. Аго. По-моему. Ару, встань, пожалуйста, в звездочку, если ты не можешь сам побегать. Он за тобой уже давно стоит в центре. ГЦ, блядь. Да пойдем дальше. Ну что дальше? Бой, блядь. Зачем вы агрите Вальку, когда вас не просят? Это вот сам вот, вот это бесит. Кто ее сагрил? Кому ГП? Там потому что ДК должен к порталу приводить Вальку, блядь. А ногу колбой? Да у всех. У меня нету. В целом пати нету, в третьем пати нету. Шумы не было, все, да, нет. Так что делаем? Умираем. Смогнем Вальку, что делаем? Проще всего умереть, конечно. Ловушки, кстати, рядом, пошли в ловушки, все забежим, сдохнем. Нам же не привыкать бафаться по 10 раз. Пошли в ловушки забежим, хули вы мозг бьете. Ледяная ловушка убивает за себя. Идем умирать все. Все сдыхаем, идите все умирайте в ловушке. Стали сдохли.
Давайте резче, Рейд, зашел в ловушки, сдох. Кто там стоит? Зи, перейди умирать. Еще в ловушке не умереть, блядь. Бегос, иди умирай, не надо притвориться мертвым, иди сдохни в ловушке. Тюменская, иди умирай, легенда Вов, лизни тотем, самогон. Мы улетел на легенду. А улетел? Раз улетело, да. Можно резаться. Что резать? Да, блядь, кто бы слушал еще Трися. Так, ребята, на кого сейчас Марка сагрится, кроме моей цели, получит 1000 ГП. Просто. Просто стойте там и никуда не высовывайтесь. Задрали, это просто пипец. Стойте все в этой комнате. Давайте фулбафу. Валера, ты тут? Кушайте рыбу. Ну давайте, идите ко мне там навстречу, бейте Валь. Хорош. Ну ловите на мосту, прямо на мосту ловите. Слышь, Джерри, чё? Когда надо прожимать дикий рёв? Да, в смысле, когда? Ну, с пула я имею в виду, типа, когда? Сколько, сколько КП надо нажать? Подбежал к боссу, дал это увечье и сразу прожал дикий рёв. Тупо сразу после увечья дать дикий рёв, да? Сколько мне этого, у тебя комбо-поинт, сразу рёв было. Типа вообще нельзя, да, чтобы он спадал? Типа он апает тебе дамаг сразу на 33%. Да я понял, Зиппер, что он как мясоруб. Это, а вот тигриное неистовство, когда лучше всего прожимать? Уже как ты начинаешь бой? В смысле, тигриное дается сразу под берсу, то есть ты слил типа энергию, набил комбо-поинт, дал тигриное и дал берсу, все. А, типа вот я, ну, первое разорвать повесил, раги нету, и сразу даю тигрины и берсу, да? Как хочешь. Ну, примерно так, да, типа должно это выглядеть? Типа да. Чё, ты, трэш, это ты не собираетесь бить? Большого, идите свежевать или бейте. Дисконт?
мне подлагивает. А потом по КД просто тигрина неистовство прожимаешь. Или его лучше, ну, под что-то прожать? Оно должно всегда висеть, в смысле? А, ты про тигрину? Тигрин про неистовство, я говорю. А ну там иногда как повезло. Если клиркаста есть, то можно дать под этот свирепый укус. Хотя свирепый тоже клиркастом считается, но там как повезло. Мити self-control. Опа-на. Только ленточку. Бейте трешок. Да, я фулл баф порайли, ты там, по-моему, 300 баф, лап. Тут фиолетовое кольцо в трэше. Ну, как это такое? Фиолетовое. Где? Хорош, кольцо за 2500. Там пристабов просят. Ставьте кольцо. Давай, давай трейд. Там два человека 98 кинули. Элисандо и Легенда Вов. Элисандо, кидай реролл с Легенда Вов. Хорош. Я кинул уже, там у меня 86.
команду опять вылетел. Так, на РНЖ два Лока, два Элима. Сова. Сейчас говорю, на РНЖ два Лока, два Элима, Сова. Хант, это 6. Протопал, это 7. Кокосина, это 8. И... Self-control, это 9. Блять. Брат, что тебе не хватает? Дайте каску по магам. Легенда Вов. Я знаю, я релогуюсь. Кому еще каску там? По магам каску. Да ладно? Еще раз говорю, на РНЖ два Элима, два Лока, собака, Косина, self-control, через Госса и протопал. Все. Все готово. И погнали. Кто сдохнет, я скажу, кто выйдет. Беги, малышка, беги! Пойди, Рост. Шаман, чего снова себя просит? Бежали за спину. Мне тайма захилить, self-control захилить. Ой, давай на рэндж брат Вуди Алина, а этот конфьюзер поднимай self-control. Бог помогал. Хан, ты должен на другую сторону бежать. Тайма зафирвайте, гимн на хп давай. Гон, поднимай конфьюсера. На хп Кокосина давай. Где он есть, ёбаный рот. На рэнш выпрыгни, брат Вуди Алина, Элисандо, Элисандо. Кьюсер сразу на рэнш. Взрыв, бегите. Чтобы сбежали с центра все, и все по рейнджу, хилы по рейнджу, все будьте по рейнджу стоять. Ой, диспел себе. Хватит на рейнджа все хилы. С минус 3 рейнджовика. Я тут хит. Хан, ты в другую сторону должен забегать. Чем ты третий? Бастик, выйди на рэнш, что ты делаешь под босса? Отличные новости, народ! Я починил трубы для пожарных... Поднимите паушу. Народ, гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, плыви по ней в круги. Перчатки. Ого, да я поэт. Потрясающе.
Погнали отсюда. Дайте фулбаф этот кота. Чем оно фулбаф? Квадраты полумесяц. В эти метки будете сбегаться. Ты тут? Там поставил метки, куда сбегаться. Это квадраты полумесяц. Пристабав каску. Давайте пристабав каску брейд. Помогом, дай. Легенда Вов, дай каску помогу. Легенда Вов, прошло 30 секунд, ты попросил дать каску помогу. Бля, ну да, уже помогу, каска. Смотри, давно уже дал помаду, но сам не есть вкусный трансгарение. На все каски, я скажу, смотри. На Марате нету каски. Каску помагом дайте. Да есть. Есть каска на нем. Все, все готовы, иди начинай аку. Нормально так начинает. Пусть дай БР по самогон. КД, хорошо. Блять, я дал только одно увечье, нахуй. Легенда Вов, ты будешь бить? Или ты просто стоишь дрочишь? Легенды не бьют боссов, чё? Забираю пол. Только будь... Папочка, у меня получилось!
Ухлопус, ты всегда... Ничего интересного не упало. Надо кому-то танка пояс. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Слишком далеко. Шиквест сзади. Шиквест сзади тот. Близним тотема возьмешь пояс. Ставьте дживсы, если у вас есть. Там, да. Там, в комнате. Там Орлин побежал. Близни-то там спека, если как хило. Может, ДЦ лучше бью? Не, без шипа на профи плохо. Надо, без них-то там спекнется в хило. Ну что, сдали там квест? Нет. Спекники на сумму. Он летает, ты тут? Походу зацепился за кого-то и его цепили. Предлагаю кикнуть его пока. Ну, Козырь, мы же тебя ждем. Давай, принял паки и поднимайся наверх. Поднимайтесь. Мы будем стопать. Бурсты оставьте на слизней. Бурсты оставьте на слизней. Да тут сейчас проф обурстить, там что-то делать, что-то прожимать. Ну, часа поставил. Угменская самогон. Тут я тут. Кстати, рыбу дайте, каску. И лапку. Приступать можно. Что, есть рыба? Легенда Вов, дай по друидам каску. Анка, ты знаешь, как танчить? Акма. Да, помню. Вот и все. Самого ничего не хватает. Рыбы?
Сразу пуляем? Не, мы не переводим. Мы стопаем. Все, давайте, погнали. Иди пей, Марли. Начинай. Говорю, блядь, сразу пуляем. Не, нахуй. Ты слушай. Стопнули по профу, стопнули по профу. Профу никто не бьет. Давайте милики в квадрат и все бьем зеленым. А увечья вешать на слизняков? Диск цели. Слышишь? Так, давайте добивайте зеленым. Джерион. Все, добивайте за него. Увеличен, да? Столу, блин, не базарь, пожалуйста, идет трай. Прости. Побьем по целям дебафов. Почему зеленый не замедлен, Марлин? Бог по смене. Давайте зеленым. Что? Это еще откуда? Блин, почему зеленый не был замедлен? Смотрим пельмени центр. Зеленый выливается. Самогон Зулейман. Я красный, нормально. Все играем. Еще красный. Мини центр. Марлин, пей лужи быстрее. Что это за дерьмо? Стали милики. Квадрат. Стали сбежались. Все, бейте профа. Пени центр. Отводи от коп, ну ёбаный. Он не идёт, ёбаный в рот, ну. Лужу не допил под столом. Кердеда по красному. Ты профа, всё, стопнули по профу, стопнули по профу, все в красном. Возле этого, возле иди пей. Бля. Медлить оба слизни, заметь. Давайте гер. Ой, подебаху. Оп, дайте на следующий. Прекрасно. Побейте профа. Мини-центр. Там три стака.
Убирай, Марлин. Какой синогим на маму дай? Бой, отводи. Нет, Сан. Давай, Марлин, через лужу там веди. Воевать, Геровский. Что там по хилу будет? Ринкани, пожалуйста. Интересно. Блять, с двух шипров базарит еще. Элим первый просто. Хорош. Неверно. Походу ХПС. Вот такой ХПС. Ну, подселение, поглощение. Тюменская 10 тысяч. Это с поглощением тебе чего, ланир, что ли? Или что это? Не. Может, это щитка от этого, не знаю. Ну, не знаю, может, по ИП ниже ты был. Легенда Вовча выше был? Выше арма. И ПГП же. Валера. Покин выше всех был Ара. Какие вопросы? Ну там, может, он не видел, может, аддона нет, не знаю. Спекнуться в танка на трэш? Да, я уже спекнулся. Да.